всех расслабон. Ну и облезла эта Алиска. Шкура. И так не нравится. Так можно не заметить, когда мимо проходишь. Алиса просыпается. Поймала. А, я тебя. Я просто игру вредничаешь. Да. А, я знаю, что с тобой. Ты просто хочешь кушать. И все. Несмотря на то, что весь участок перерыт тобой, и тут, мне так кажется, пару холодильников еды, ты все равно хочешь кушать, да? Утро, а дали всего парочку кусочков кураги. Поэтому ты так себя ведешь. Макс, смотри. Это слишком маленькая лягушка для него. Я ему покажу, и он ее не найдет. Оп. Что, твое все? Судя по вытоптанной траве, это твое лежбище на ближайшие дни.
Это Макс продолжает искать лягушек. У него есть занятия на целый день и целый вечер. Макс. Самое главное, запах лягушки. Чем пахнет? О, все. В поисках. Хотя лягушка у меня. Мы ее сейчас отнесем куда-нибудь подальше от Макса. Алиса. Ты-то лягушек никогда не ела. Да она уже ускакала, ты ее не найдешь. Там Макс ищет лягушек сзади. Скрипучее настроение у Алисы. Сейчас в пруду вылупились маленькие лягушки. Вылупились. Превратились из головастиков в лягушек. И прыгают по всему участку. Поэтому Макс их чует. Ну, естественно, поймать не может. Они очень маленькие. Вот, но чует их в траве. И у него такая вот движуха целый день. То есть целый день он только этим и занимается. Макс занят. Ну а красотка отдыхает. Вот хорошая погода. И у Алиски тоже все хорошо. Ой, нельзя тебя трогать. Руку можно тут отвлекает Пакс. Кто такой? Тихо, тихо. Макс, фу. Тебя тут не хватало. Тихо, тихо, тихо. Пошли. Пошли, Алиса, пошли. Пошли. Надо теперь идти не только туда, куда тебе хочется, а куда мне хочется тоже. Да, да, да. Сейчас чуть подальше ее отпустим. Вот так сделаем тебе побольше. Ну, не нравится, да. Я понимаю. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Алиса. Тихо, тихо, тихо. Нет, не кусаться. Алиса, не кусаться. Нет. Оп, 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 оп.
Пошли. Ну что ты, не переживай. Ну что такое? Тихо, тихо. Водички попей. Вот. Попей, попей водички. Нет, Алиса. Зачем хулиганишь? Но-но-но. Но-но-но, хулиганить не надо. Ч-ч-ч-ч. А как учиться? Учиться всегда сложно. Алиса. Но-но-но. Не хулигань. Ой, ой, ой. А вот это вот плохо. Зачем ты так сделала? И теперь как тебя вытаскивать из этой штуки? О. Ой. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Сейчас я тебя вытащу. Ой. Ну, эксперимент номер 2 тоже нельзя назвать полностью удачным. Ну ладно. Надо будет пробовать дальше. Попробуем дать ей что-нибудь вкусненького. Для того, чтобы она по-другому к этому относилась. Потихоньку, потихоньку. Каждый день по чуть-чуть.